Доброе утречко! О, все, выспался в багажнике. Вон Васильич у нас там прыгает, все. Зарядкой занимается. Понимаешь, что Леха скоро придет. Говорит, надо, говорит, зарядочкой заняться. Говорит, подожди, я все выбрасывал, хотя бы назад забрать-то я. Так, зонт, нафиг мне зонт. Васильич, может тебе лопату дать? Иди картоху сади уже. Все, пора. Может, выкапывать уже пора. Че там по солнцу? По солнцу, август, Василий, все, иди, иди копай уже. А, ты ж у нас без музыкальной, Василич, нынче, да? Василич, я не хочу с тобой общаться, мне с тобой не о чем разговаривать, понимаешь? И... Понимаешь? Понимаете или не понимаете? Так, тихо, Василич, надо пробежать и наверх не убежать. Конечно, дом пропылесось, гости пришли, почему бы и нет, как говорится. Перед гостями всегда надо убраться. И видели весь твой свинарник, кто развел здесь непонятно что. Подожди, слушай, а эту фигню вообще зачем открывал? Я здесь что брал? Я здесь что-то брал вообще или нет? Или я так по приколу? Да я что-то реально не помню, я забыл. Так, ладно. А, точно, я же ключик взял, который вот здесь, за окном кроется. Вот и магнит мой лежит на всякий случай. Чтобы примагничивать к себе всякого рода неприятности. Так, пошли наверх. Блин, мне вот эта фигня, я когда... Ну, спасибо! Низкий вам поклон, как говорится. Вот он, да, мой синий ключик? Офигенно. А вот у меня вопрос, если все к себе притягивает, как же мне здесь проходить-то надо? Ну мне так чисто поржать. Я надеюсь, что здесь как-то это все продумано. Офигенно, залез ключом. Лез ключом, вылез без ключа. Вот что я делаю? Чем я занимаюсь? Зачем? Мне надо найти ключ, чтобы он наверх не притянулся. И воду, видимо, как-то надо заморозить. Да я и так отмороженный, кого замораживать-то? Скажите мне, пожалуйста. О, отлично, еще и на лестнице застрял. О, смотри, нычка, Василий. Так, ладно. Давай, пошли. Так. Здесь у нас что, в холодильнике есть что-нибудь? Холодильника у нас нифига нет. У нас вот вентиль здесь есть, что есть. Значит, надо воду спустить. А как ее спустить? Где-то должна быть штука, чтобы воду спустить. Давай-ка посмотрим, где она есть. Так, она вот она. Выше. Ага, понятно. То есть я наверх залазю, здесь воду спускаю. Это понятно. Я надеюсь, что у меня магнит сейчас не примагни... Ой. Куда я вообще магнит, говорю, не примагнитится? Что у меня сейчас эта штука не примагнитится? Она же как бы... А она как бы не берется вообще. То есть вот так вот. Мы, как говорится, жили... Жили мы бедно, нас еще и обокрали. Вот так вот у нас замечательно все устроено. Пам-парам-пам-пам. То есть я понял всю систему, конечно, что я здесь должен смыть, но у меня штука оттуда не берется. Понимаешь или не понимаешь? Вот такие вот дела. Баба Люба родила, блин. Так, где-то должен быть ключ. Но я боюсь, что он тоже притянется, потому что он ключ. Он металлический. Тын-тырын-тын-тын. Так, и где он спрятан-то? За одну из банок или где? Или здесь где-нибудь за соком? Нифига себе, у Васильевича запасы сока. У меня, кстати, ну не такие же, конечно, холодильник. Тоже большие сразу на неделю. Минералочка. Нет, это не ключ. Это мне показалось, как говорится. Так, все. Мы застряли. А может быть вот этот синий ключ, он и должен открывать красную дверь? Фиг его знает вообще. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
Вот я тоже никогда не знаю. Так, давай-ка смотрим. А чё смотрим-то? Куда смотрим? Мне надо эту штуку взять, она не берется. Вентиль не берется. Натуре. А чё делать-то? Как решить-то эту проблему? Скажите мне, пожалуйста, скажите мне на милость. Блин, я и команды не знаю нифига, как это можно делать. Мне кто-то как-то писал, а я вот не помню, как он называется. Я ж не могу там, типа, загуглить. Что-то такое написать. Нет, это ж не канает так, по-любому. Нет, так не канает. Дайте мне просто, дайте. Ключа нету. Ключа нет. Этого нет. И чё, как мне теперь быть-то? Как делать-то? Как выходить из этой ситуации теперь? Воду я никак не солью. Подожди. Ну ладно, давай попробуем хотя бы. Попробуем. Дальше красный ключ поискать. Попытка номер три. Но он же, скорее всего, в этой комнате где-то. По-любому в этой должен быть. Но это не точно. Это вообще не... Может, это вот синий открывает. У нас же там тоже какой-то ключ открывал не тем цветом. Синий открыл, белый. Может быть, этот синий открывает. Тот. А фиг его знает. Как здесь бороться? Да ё-моё. Я акула плавает. Ладно, давайте посмотрим, где хотя бы ключ находится. Может, он тоже у нас там куда-нибудь улетел. Вот это какой ключ? Каролин. У него код. Ищем. Сразу, еще раз, 20-й раз объясняю тем, кто спрашивает. Просто находите замок, тыкаете, там есть код. И там написано код какой-то. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в моем случае Каролин написан. Там код с 1 array element. Потом сверху выбивайте key, либо lockpick и ищите такой же ключ с этим. Потому что-то много кто спрашивает. Вот K3 Каролин. Да! Прикинь! Вот этот синий ключ. Вот этот синий ключ. Он открывает эту дверь. То есть у нас здесь вообще операция связка называется. У нас вообще накрылось все, что можно. Сразу же. Я, видимо, предыдущий видос закончил снимать именно потому, что я знал, что это все закончится. То есть эту штуку мне надо снимать сверху. То есть здесь я никак не могу пройти, потому что у меня этот не берется. И с ключом, соответственно, я не могу пройти дальше. Ну ладно, будем считать, что я прошел эту комнату, потому что по независящим от меня причинам, меня просто киданули немножечко. Так что ладно, пойдем отсюда погуляем. Спасибо, второй голос, как обычно, мне помогаешь. Ох, что это шизофрения вечно мне помогает. Говорит, делай то, делай все. Это, кстати, может быть, на первом этаже открыл даже. Так, наверное, на крыше теперь. Ага, я все понял. Джеронима! Так, ладно. Вил, как быстро залетает. Прям туда, куда мне надо причем. Умеешь так? Умеешь? А я умею. Понимаешь? Не понимаешь? Ну и не понимаю. Василич, здорово, Василич. Ё-моё, чё, как дела у тебя? Нормально всё? Василич, отстань от меня! Василич, такие дела! Я тут бегу, я пробегаю, и от старика Василича я убегаю. Не, ну это жестко, конечно, это жестко. То есть все прям шло нормально, и я на этом моменте закончу, когда... Ну, блин, ну почему? Почему? Потому что. Так, этот у меня есть, ладно. Сейчас вам просто, чтобы доказать, что оно так все есть нас. Так, подожди, а что я сейчас-то, зачем я это вырубил? Мне все равно надо сквозь акулу пролетать. Потому что я ничего, я никак не могу это решить. Никак, понимаешь? Вот я понимаю, а ты понимаешь? Так, все, давай. Наверх залази. Повинуйтесь своему господину! Интересно. Давай. Бай Василич, я уничтожу все твои урожаи. Все урожаи будут наказаны. Я тебе говорил, что картофель копай. Ты не стал. Ну, значит, и яблоки совершил. Томаты. В любом. Уже их собираешь, чтобы мне делать? Это томаты. Как это может быть яблоко?
так. Вот, теперь мы вот сюда стреляем, понял, да? Там остановилось. А, вот так, да? Теперь, чтобы доказать, что я не врал, не обманывал, мы идем сейчас сюда. Сюда идем. Берем ключик. И открываем дверочку, да, вот так вот. Видишь, как у нас все здесь устроено? Потому что эта штучка у нас не хочет браться. Она говорит, я, говорит, не буду с вами играть в ваши игры. Я не знаю, по какой причине она не берется. Она просто такая вот штучка-неберучка. Вот. Пойдем дальше. Пойдем дальше, конечно же. Наверх. Наверх, наверх, наверх. Залезем мы опять. Раз, два, четыре, пять. Так, есть ключ. От чего-то. Вполне, кстати, Подожди. Мне нужен еще минимум один ключ. А может быть, зонт мне для чего-то такого давали? Ну, типа, как важную вещь. О, нифига себе. Мам, я опять гуляю по небу. А что тут написано-то, кстати? Добро пожаловать... Василий Трон. А. Василий Трон, типа. Василий Трон. Почему не слито, непонятно. Значит, я так понимаю. Значит, этот мод сделал кто-то из моих подписчиков, если он называет его Василий Троном. Может, было бы иначе странно. Да не, не, ничего, бывает косяки. Я вот в этом моде как бы... Ну, бывает, бывает. Нормальный мод, ничего не говорю, ничего. Так, ладно, нам надо найти еще вот этот ключ. Где же нам его взять? А вдруг он находится у акулы под водой? Нет, не находится. Не, ну мало ли, а то я буду ходить искать. Подожди, а где сама вот эта штука? А, вот штука-то сама здесь. Мне нужен ключик, чтобы пройти к ней. Так, если я туда залезу, у меня еще и ружье заберут. Не хотелось бы терять ружье. Ну, где-то еще один ключик заныкан у нас. А где он заныкан? А фиг его знает. Василич, наверное, все угадает. Вот меня еще смущает, что два переключателя я врубил. За что они отвечают, непонятно. То есть один снизу врубил, второй сверху. Один, допустим, открывает воротины. А что открывает второй? Вот это вопрос. Вот это еще тот вопросик. Так, а это что за ключ у меня был? Ну это вряд ли оттуда. А может быть он туда подойдет? Давай-ка посмотрим. Так. Может он реально сюда подойдет? Но он нет, он надо по-любому вот оттуда. Юху! Так, я еще даже и выжил. Ты смотри, как какой я живучий. Правильно, говно не тонет, только плавает. Да, вот видишь, открыл этот. Вот это нижний ключ. Кстати, а второй ключ там какой-то черноватый. И он выглядит так же, как ключ сверху. Вопрос. Где мне еще надо быть ключ? Ключ, 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 ключ. Ключ. И он могуч. Могуч, 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 могуч наш ключ. Правильно, Василич, пылесось меня, прям меня же с капкана высосало. Пылесосом. Подожди, Василич, как акуля лезет, хватит. Вот, спасибо, а то обосрался будь прям в доме. Что? Где? Он здесь? Где-то? Здесь я все открывал, смотрел. Здесь тоже вроде везде смотрел. Не дай бог, он у Василича где-то в доме затаренный. Ключ сверху. Вот здесь меня еще смущает машина вот эта. А, ну машина-то находится в комнате, где это. Это понятно. Нам по-любому еще один ключ. У меня здесь ключ найти. Ну где? Задался вопросом. Детектив Леха. Где же найти мне этот ключик? Ключ, 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 ключ. Может, где-то надо найти? О! Прикинь, нашел!
Просто случайно спрыгнул и нашел ключ. Так, мне зонт тогда нужен. Все понятно. А я в натуре на эту фигню не обращал внимания. По-любому там ключ. Здорово, Василич! Здорово, родной! Василич, Василич! Иду здесь порой. Я здесь бегу. Я здесь гуляю. И от Василича наверх убегаю. Так, все, давай, Василич. Так, тут у нас все как обычно. По старой схеме все работает. Не проходи, акула. Где ж твоя микстура? Да тут! Да все равно мне этот врубать, если оно не разбился. Все равно через акулу мне проходить. Какая разница? Так, вот сюда мне надо будет залететь. Да, ну давай тогда сразу на самый верх. Чтобы так сказать. С размахом. Чтобы все по чесноку было. А то как еще? Как еще без этого? Понятно или непонятно? Я надеюсь, что тебе все понятно. Потому что если тебе непонятно, то поставь лайк 100 раз. Так, все, давай, полетели. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. А чё, почему я по небу хожу? Я хожу по небу, значит, я устал. А Василий Силич, он наш хулиган. Вот находим ключик. Сейчас найдем второй. И пойдем с Василичем мокнуть под луной. Так, ладно, летим. Этим бегаю, дурачок, сам собой что-то общаюсь, угораюсь. Чего бы нет, как говорится. Чего бы нет, как говорится. Где ж моя свежайшая пицца? Блин, точно, жрату в холодильник не убрал. Так, ладно. Она испортится же. Уже часов 5 стоит. Так. Я надеюсь, ключ отсюда. Нет, да? Ну так, то есть, да? Вот так ключ не отсюда, прикинь. Ты прикинь, чё, откуда ключ тогда? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, от этой двери, что ли, получается, тогда? Подожди, он вообще ничего не открывает. Чё-то подожди, чё-то какая-то херобора здесь происходит. Не, ну он реально ничего не открывает. А там комнатушки я не вижу больше. Может, там ещё комната в комнате будет? Или чё? Я ж везде побывал. А, нет, все-таки открывает. Ладно, все нормально. То есть он выглядит одинаково с верхним, но при этом верх не отбиваешь. Что ж, Василич, такой, смотри, как я могу. Давай, Василич, давай. Все, Василич, ты офигел в край, я от тебя ухожу. Ты мне надоел, тихо-тихо-тихо. Чу, прям чу-чу, что рядом где-то ходит. Здесь же не может быть ключа где-нибудь. Джонни, Джонни. Удобно срать можно с высоты. Выражение «срал я на вас с высокой колокольни» обретает какой-то изыск. Правда, это не колокольня, но какая разница. Так, пошли, 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 пошли. Чего-нибудь нашли. Так. Так. Так, давайте-ка разберемся. Опять призываем Леху, пусть смотрит. Я хочу сейчас просто, ну, пока не смотреть, где ключ, я хочу глянуть, за что отвечают эти два рычага все-таки. За что-то же они отвечают. Ага, вот этот отвечает у нас за этот, а верхний тогда за что отвечает? Вот этот. А, ну все равно это мне ничего не дает. Ладно. Я там просто еще забыл про карту в холодильнике. А этот где ключ у нас? Рейнбоу. Рейнбоу. Код ключа. Рейнбоу. Просто сижу тут что-то читерю на своей волне. А здесь нет такого ключа нафиг. Значит, возможно, что это... А, вот Рейнбоу. Ну, вон оно чё. Значит, пропустил. Может, кто-то глазастый, кстати, заметил. А я лечу. Лечу. Сюда. Я бы сюда бы и не пошел еще раз искать. Я бегал бы, как дурачок, сверху бы разыскивал все. Подожди, он же здесь. А где ключ? Подожди, вот
там должен быть ключ. Я, наверное, плохо смотрю. Да Василич отстань от меня. Ха! Я у тебя все книги сворую, ты понял? Умным буду. Потом буду строить свои собственные дома, когда разбогатею. Ты. Где ключ-то? Что-то я не понял. Может, я его подбирал уже? Или чё? Стой, я там смотрю. Я не там смотрю. Давай, Василич, давай уходи. Василич, ко мне не приди. Я слово Василич произнесу, и старого Василича я призову. Буду я бегать, буду искать и угорать. Не забывать. Так. Во. Все. Вот он ключ. Надо синий ключ, ну, открывать надо сверху. Такие вот дела. Такие вот у нас муточки, как говорится, замуточки. Понятно или непонятно? Я надеюсь, что все понятно. Потому что если непонятно, то все. Так. Так. Василич, наш дурак. Короче, просто вот так вот дойду, да и все. Подожди, а это что у меня за второй ключ? Это который я выкинул, наверное, да? Или нет? Или что это за ключ? Почему он у меня с собой здесь? Так, ну здесь я взял лом, допустим. Я взял лом, пошел на пролом. Что-то искать. Мне здесь опять в лом. Буду ходить. Буду искать. От Василича мне не убежать. Так. Ну сюда, ладно. И че, ну лом. А все равно у меня еще одного ключа нету. Который фиг знает, где он по-любому где-нибудь что за книжками там затарит. Тоже где-нибудь в доме Василича. Ну тут вообще, тут пойди найди что-нибудь. Офигеешь 20 раз. Да там надоел, Василич, что ты здесь трешься постоянно? Что тебе надо от меня? Ты что-то хотел от меня? Нет, ну а что тогда ты за мной бегаешь? Скажи мне. Скажи мне, пожалуйста, скажи мне на милость. Так. О, нифига себе, Василич просто улетел вообще. Улетел Василич наш. Погоняла ералаш. Вот. Все, теперь он мне, по крайней мере, хоть не мешает. Так, давай, пошли. Подожди, вот этот ключ. То есть мне надо еще где-то черный ключ найти. Правильно. Так, вот про эту я еще забыл. Так, лом мне не нужен больше. Про эту карточку еще из головы вылетел уже. Что-то замораживало здесь. Вот как раз второй переключатель врубал. Вот и где черный ключ. Ставь, где он черный ключ. Давай посмотрим, где черный ключ, потому что я его не найду. Мне просто лень, я ленивый. Старый дед, как Василич. Так, Блэк. Ищем Блэк. Блэк. Ну вот эти вот, знаете, приколюшечки. Не, вы его, наверное, когда-нибудь замечали, конечно. Я его, скорее, я его по-любому видел и не раз. Возможно, кто-то из вас его заметил. Что он лежит здесь, я просто бегал, его не увидел. Ну, конечно, я вот всегда тоже предпочитаю. Я вот, знаете, из дома выхожу, когда выхожу во двор. И вот именно таким образом на дерево во дворе ложу ключик. Не, ну это просто придирка. Все, я поэтому полетел. Василич, я к тебе. Подожди, вот Василич наш прыгает. Я видел Василича. Видел его. Пойдем к Василичу сходим, посмотрим, как у него дела. Чтоб нормально у него все было. Вон, видишь, Василич прыгает. Он домой собрался. Видишь, назад прыгает. До дома, говорит. Он лягуха. Лягуха Васильевич, вон Лекс по-любому пиццу хочет привезти. Лекс, вези мне пиццу. Здорово, Васильевич, что, будешь прыгать? Нет? Или тебе без разницы вообще? Ладно, Васильевич, все, давай, мне некогда с тобой в твои игры играть. Старый взрослый человек, все. Детство в попе играет, ты посмотри на него. Ладно, все, давай, пошли. Давай, пошли. Так, все, открываем.
А, это не тот ключ. Вот, вот этим ключом все открываем. Тот синий, значит, ты просто использовал, когда здесь открывал и забыл выкинуть. Вот и все. Часики крутятся, лайки мутятся, Леха улыбается. Малой какой-нибудь смотрит и поправляется. Так, это что такое вообще? Я где? Как фонарик, наверное, да? Что-то страшно мне случилось. Так, я понимаю, я до него дотянуться. А вот так надо его взять. Буду ходить, как говорится, в полной темноте. Пойдем дальше. По темноте нашей гулять. Не хочу по темноте гулять. Активирую режим совы. Для тех, кто спрашивает... Да блин, я ж здесь не вырубил, да ё-моё, авторские права сейчас прилетят. Тихо, Василич, тихо, не надо, подожди, пожалуйста. Погоди, погоди, я ж не вырубил тут музыку, ё-моё. А почему она тут играет-то? Она не должна играть. Я ж всё поменял, я удалил музыку. Подожди, подвал. Так... Пым-пым-пым-пым-пым. Ну, сейчас попытаюсь разобраться, почему играет музыка. Попытаюсь, но не точно, что я разберусь. Авторские права прилетят, скажут, что ж ты делаешь-то, а? Что ж вы делаете, ребята? Постоянно, постоянно. Так, а где это найти-то? Да я вот не знаю, где это найти. Вот сидите на экран, смотрите. Вот лайк можете пока поставить. Понимаете или не понимаете? Так. Тын-тырын-тырын-тын-тын. А в натуре, а как так-то? Я же убрал, я музыку соседу удалил. Почему она, в смысле, играет у него? Так. Вот давай-ка вот это посмотрим. Вот это что у нас? Знаешь, у него не стоит музыки. А чё надо тогда? Почему она играет? Или она, может, в локации просто играет? Или чё? Или чё? Я не понимаю. Я вот это всё не понимаю. Здесь тем более, в смысле, здесь 5 комнат буквально в подвале, ребят. Ну, это прям... Мне АП прилетит. Скажет, молодой человек, вы нарушаете авторские права. Понимаете? Не надо такую музыку вставлять. Так. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Я без понятия, короче, как это делать. Ну, вроде вот как-то это. Я не вижу. Я не вижу. Я не понимаю, где мне это починить. Не понимаю. А-а-а! Так подожди, я... Ой-ой-ой, у меня через здесь заиграл. Я же ее удалял. Я же ее удалял. Давай сейчас опять удалю. Ну тут, понимаете, если у нас называется сосед с Казани, neighbor from Казань. И, соответственно, наверное, именно поэтому. Подожди, я же удалял в прошлый раз. Почему все восстановилось на места своя? Непонятно. Ладно, я просто искал в этом. Так, давай сохраним все это дело. И теперь мы сейчас по новой. Да, ретри. А я не могу, потому что... Подожди, ну давай я так нажму. Сейчас, секундочку. Чтобы он вот это все дело сохранил, потому что я нахожусь там запущен. Ну, скажите спасибо. Спасибо автору. Тын-тын-тын-тын-тын. Просто создатель по-любому смотрел слово пацана, решил эту песню запилить. Тын-тын-тын-тын-тын. Там же она, по-моему, играла. А у меня все в голове уже смешалось. Так, давайте. Грузится. Все, я в подвале. Активирую режим совы. Все, давай. Да, я офигею, что с ним так ходить тут. Вот это прикол. А вот там выбиваешь, Василий выбивашки. Че, маму потерял там что ли или че? Не, а как они предлагают вот это проходить? Не, серьезно.
То есть здесь локация какая-то, знаете, это. А с учетом, что я где сломал, там и появился. А, здесь просто до выхода надо, видимо, дойти и все. То есть вот здесь по темноте я должен был проходить. Идем. Часики крутятся, лайки мутятся. Больше времени потратил, в смысле. Да вы что, угораете, что ли? Они вообще угорают надо мной. Просто угорают. Все, ребят, тогда я вот тут просто так вот сделаю. Мы не будем смотреть, потому что мне... Я везде уже поудалял. Че, вот что надо-то, в смысле? Thank you. Сейчас, подожди секунду. Пытаюсь, посмотрю тут, что где... Вот, вот оно, наверное. Так, все, удаляю, опять запускаю. Вот, вот прикиньте, вот так сидишь, вот каждый раз заморачиваешься. То вставишь, что соседа не видно, то еще что-нибудь. Сейчас перезапущу. Просто удалил сам звук оттуда, с этой комнаты. И должно сейчас быть все нормально. Вроде как. Да, видите, все отлично. Звука нету. Все прекрасно, у меня вообще все зависло. Спасибо, что поиграли. Мой мод by советский товарищ Сик. Ну, советский, мне кажется, чуть по-другому пишут. Ну ладно, это не важно. Это не важно. Там уровень английского, как у меня, то есть никакой, в принципе. Вот. Вот, как-то так, ребят. Название мода я вам говорил. Ты, может, сюда повернешься, а ты же до этого сюда смотрел. Глянь сюда. Вот, правильно, стойте тут вдвоем. Вы мне нужны на эту. На аватарочку. Нужны мне. Вот видишь, тут молодой еще бегает. Торопится, торопится. Говорит, магаз скоро закрывается. Батя попросил быстренько сбегать до магаза, что-то купить. Вот он бежит в магаз. До магаза. Ну такой вот Васильич у нас тут. Да что ты опять отвернулся? Да ё-моё, я на превьюшку нормально не сделал. Я думал, что Васильич на тебя как раз так глянет. И ты такой, а, что это за дела были? Вот, как-то так, ребят. Ставить свои лайки. Не забываем подписаться на канал. Нажать на колокольчик, конечно, чтобы не пропускать новые видосики. Я вам снимаю тут вообще чуть ли не за 3 недели ролики заранее. Ну, уже минимум 2 прошло с момента записи. Поэтому я надеюсь, что у Васильевича будет время, чтобы на выходных отсняться. Хотя бы, в смысле, хотя бы 1 день. Вообще в идеале хотел 2, чтобы вам побольше всего запилить. Но получается так, как получается. Может, у человека тоже есть свои дела, свое время. Просто человек устает, человек хочет выспаться. Я его прекрасно понимаю, что ему нафиг это не надо. Просыпаться в 9 утра по своему времени, когда у меня час дня для того, чтобы сняться. А понимаете, сам пик вот работоспособности, когда ты вот проснулся. Я обычно проснулся, снял 1 или 2 ролика. Но опять же, есть свои минусы. Если ты не выспался, ты сидишь такой, тупишь вообще, если пошаришь и так далее. Везде есть минусы, везде есть плюсы. Вот, ребят, как-то так, как-то так. На этом все, ребят. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Повторюсь, мод у нас назывался Neighbor from Казань. Казань. Вот, у меня знакомые как раз недавно там были, отдыхали. В перелете между Питером. Вот. А, на этом все. С вами был я, Леха Смертник. Всем отличного настроения, ребят. Всем удачи, всем пока. Всего хорошего. Давайте, ребят, увидимся. До встречи. Всем пока.